Здравствуйте, дорогие друзья! Некоторое время назад я пообещала вам показать, как Кани выпекает свой хлеб. И, кстати, у нее очень красиво все получается. Но это вот кислая закваска. И она ее уже 3 дня держит. И давайте посмотрим. Там ничего такого сложного нет. Просто она будет показывать. Потому что с этого именно надо начать. Надо создавать закваску в течение нескольких дней. Я хочу вам показать. Посмотрите, какая красивая. И пузыречки в ней. Там... Тут нет никаких дрожжей совершенно. Это естественные дрожжи. Это просто вот те дрожжи, которые у нас дома есть, так скажем, попали в нее. Всего лишь там равные части муки и воды. И, конечно, мука тоже несет в себе естественные дрожжи. Поэтому, собственно, нам не нужны вот эти термофильмные, особенно вредные химические дрожжи. Мы будем вот такое делать. Нам нужно ее подкармливать. Вот это, то есть, вот три дня вот она такая была. Здесь равные части, еще раз повторяю, муки и воды. И если вы, допустим, имеете очень много такого стартера, но нету времени испекать хлеб, все-таки это долгий процесс, накройте крышку и берите в холодильник. Потом вытащите, поставите на столешницу, пусть оно ночь постоит, утром подкормите, на следующий день уже можете использовать какую-то часть от этого стартера. Всего-то нам нужно на буханку одну чашку его. И... Я ее, когда вот нюхаю, такой кисленьким пахнет. И вот посмотрите, допустим, я беру какую-то мерную емкость, да, и вот беру... беру такую муку, беру муку вот этой нормы, так скажем, и столько же я возьму воды. От себя скажу, что лучше нам, конечно, использовать не ту муку, которую она использует, хоть она экологически чистую, но там это не наша мука, а наша, может быть, вы знаете, какой вкусный хлеб, из полбы. У меня остался один кусочек его. Я покупаю его в нашем магазине. Вот это кислое тесто, и посмотрите, спелт. Спелт слово по-английски обозначает полба. И у вас эта мука тоже может продаваться. Полбяная мука под этим названием. Спельтовая. И вы знаете, какой это вкусный хлеб. Тем более, как вот здесь написано, он приготовлен по старинному рецепту из кислого теста. Ну, освещение здесь, конечно, сейчас у меня вечернее, поэтому он, конечно, не красный. Он, наоборот, очень-очень бледный. По цвету кусочек это замороженный. Я его просто в тостер. И потом кушаю вкусный хлеб просто из полбяной муки. Никакой другой здесь нет. Вот если вы такой найдете, вы не пожалеете. Ну вот, посмотрите, она наливает воду. Просто комнатной температуры. И вот посмотрите, если я вижу, говорит она, что у меня вот в баночке слишком много воды, я немножко добавляю побольше тогда муки. Но почему такой хлеб? Его легче переваривать. Особенно у кого пищеварение нарушено, он легче переваривается. И вообще очень вкусный хлеб. И что еще ценно, как я уже сказала, если это использовать, тогда вам не нужны дрожжи. Совсем никогда, понимаете, от слова никогда. А держать это можно в холодильнике, в принципе.
и очень легко делать, то есть равные части вода, мука. Запомнили? Ну, конечно, нужно иметь терпение для того, чтобы дождаться, когда этот хлеб поднимется. То есть, вернее, не хлеб, а тесто поднимется. И вы сейчас это будете наблюдать, кстати, но в другом видео, где она будет печь действительно хлеб. Здесь она просто показывает эту закваску, которую она делает, накрывая тряпочкой, резиночкой. И оставляют на просто столешнице. И там процессы идут. И просто взять вот такую деревянную шпажку и помешать утром, да. И если нужно, подкормить опять, не нужно, так оставить еще на день. В общем, за ней наблюдать надо. Можно в более большего размера баночку это поместить, если нужно. Но можно, конечно, в холодильнике их хранить, особенно если вы не выпекаете хлеб очень часто. И потом вынете, и оно будет опять ферментироваться в более теплом, темной, ну, кухонке, понимаете, да? Но вы должны, конечно, подкармливать вот так хотя бы немножко каждый день подкармливать водой и мукой, вот той мукой, которую вы начали, собственно. А если вы видите, как вода стала разделяться и водянистая часть, просто возьмите и размешайте. Даже если эта водичка более темного цвета, это просто там алкоголь такой образуется. Единственное, когда вы должны от этого избавиться, если вдруг вы увидите, как оранжевое что-то там будет образовываться, тогда это надо выкинуть, конечно, это вредно. Но такое редко бывает, это просто нужно иметь чистую посуду, чистые руки, когда вы работаете совсем, тогда не будет это. Видите, вот там пузыречки, да, то есть это хорошее состояние. Итак, сегодня она показывает, как она выпекает хлеб, и она его будет делать на равных частях воды и вина красного. Ну, конечно, мы с вами не будем вино использовать, мы возьмем или просто воду, весь объем. Это 1 1/4 чашки жидкостей. Или же, если вы хотите тоже такого цвета или какого-то особого вкуса, может быть виноградный сок из красных сортов винограда. Вот это можно попробовать, но не вино все-таки, но она вот вино будет. Значит, она разделит вот этот объем 1 1/4 пополам. Она возьмет одну часть вина, и она, кстати, вина будет добавлять потом еще 2 раза больше. Вот, и столько же воды в какую-то большую чашку, где вы будете замешивать. И воды она налила из чайничка, то есть теплой такой температуры, чем... И после этого нам нужна 1 чашка вот этого кислого стартера. То есть то, что мы там пытались в течение нескольких дней растить колонии там, да, подкармливали. Вот эту вот чашечку мы возьмем. 1 чашечку. Вот. Ну, если вы, допустим, ни сок, ни вино не употребляете, да, как она здесь, возьмите просто... 1 1/4 там, допустим, воды и стартер. 1 чашку. Ну, у нее емкость, которую она наливает, пол чашки, поэтому она 2 раза. Но вообще это объем 1 чашки. То есть 240 где-то миллилитров, так получается. Руки, конечно, чистые, потому что тут много будет руками делаться. Теперь мы положим немножко кленового сиропа. Это 1,5, ну или где-то 1 столовая ложка сиропа.
Это зависит от вас, если вы это хотите. Потом соль, опять же, она вот небольшое количество, собственно, где-то парочку, может быть, чайных ложек, не больше соли кладет, и больше она и не будет. Но, возможно, вы не положите ничего, если вы на терапии, тем более, да? Чуть-чуть оливкового масла. Вот это вот тоже вопрос, конечно, спорный. Она буквально где-то столовую ложку, может быть, может, чуть больше у нее получилось. Вот. Это у нее глютен из пшеницы живой, живой, то есть. Но вообще у меня такого нет, вы тоже вряд ли его купите, я его смотрела, он очень дорогой, он долларов 30 стоит, пачечка небольшая, очень дорого. И вот она сначала чем-то ложкой или чем она это все размешивает вместе. И она говорит, бывает, когда не очень тепло на кухне, хлеб не хочет сходить, вернее, тесто не хочет подниматься. Вот, но надо просто терпение давать, терпение оставлять на подольше, вы увидите это. И такой хлеб можно за один день сделать, но, конечно, большую часть дня он заберет. Но иногда бывает, говорит она, если холодно, то 2 дня уходит на то, чтобы он стал подниматься. Тоже такие вещи надо помнить. И, ну, значит, 3 чашки полных чашки муки. Ну, мы договорились, вы будете искать полбиную или спельтовую, чтобы попробовать хотя бы вкус вот этого прекрасного хлеба. Ну, или смешиваете там амаранта и рожь, или там, ну, только старайтесь пшеницу не брать. И видите, она опять добавляет вино и воду, пополам она опять делает, потому что ей, она просто, она не первый раз же печет, поэтому ей видно, что надо чуть, может быть, побольше жидкости. Ну, как мы уже договорились, или сок пополам с водой, или... Вы можете добавить вот на этом этапе, она говорит, какие-то сухие травы, или же сделать его сладким, допустим, вы можете добавить сухофрукты, кренбери или изюм, но я не хочу. Я возьму сейчас тмин, 2 столовые ложки тмина положу, семян тмина, и... Это будет, собственно говоря, все. У меня руки чистые. И посмотрите, как она прям пальцем сейчас будет это все вот так в серединке замешивать. Я понимаю, многие из вас могут это делать, но, знаете, я колебалась делать ролик, нет, но решила сделать, потому что что я выяснила, когда я это все просматривала, обдумывала, как это все вам показать. У Кани корни итальянские, у нее бабушка из Италии приехала в Канаду. И вот она будет, даже в этом ролике она скажет про опыт мамы. И вообще интересно, как итальянцы это делают. Но вот так же вы делаете или нет, если вы такое делаете? Вот интересно, да? И вот так, видите, она прямо пальцем водоворот создает, чтобы это все инкорпорировалось. И оно уже, да, уже стало густеть, видите как? Но она говорит, я вижу, что мне нужно немножко побольше жидкостей на этом этапе, потому что быстро, наверное, сильно. И она опять смешивает вот то, что сначала, половинку вина, половинка воды. Water. Ой.
И вот так сейчас говорит, уже будет хорошо. То есть, видите, на глазок она еще тоже и добавляет чуть-чуть. Но если мне нужно будет немножко муки, я добавлю муки. То есть, она говорит, это все здесь на этом этапе так идет. И говорит, когда я делаю хлеб, я обычно не отмеряю, вот все на глазок, вот чувствую, что надо это добавить, я это добавлю, вот так вот. Это надо, конечно, хлеб готовить часто. Вы не хотите, говорит Кани, чтобы это было тугое тесто, вы хотите, чтобы оно было мягкое. И мы не будем его вымешивать, все будет у нас естественным путем происходить. Немножко опять в кулачок взяла муки, не полный даже кулак, и добавляю. Ваше тесто должно быть липким, вернее, оно будет чувствоваться, что оно липкое, но я обещаю, что хлеб будет прекрасный, тесто будет прекрасное. То есть не бойтесь на этом этапе, что много очень липкое, ничего страшного. И продолжаем перемешивать вот так вот. У этого хлеба будет хороший вкус вина, ну, или виноградного сока, или же вообще такого не будет, да, вот будет того, что вы положили другого. Опять немножко муки. И я хочу сейчас это оставить здесь, чтобы оно просто полежало. Оставить его в покое сейчас. Я вот добавила немножко, чуть больше жидкости, чем мне нужно было, и поэтому я продолжаю добавлять муку, в общем-то. Значит, липкое тесто, но не мокрое. Такое должно быть у нас сейчас в чашке. Где-то минут 20-35 оставить это все в покое, и вы увидите, какое оно будет совершенно другое после этого времени. Но накрыть нужно полотенчиком, тряпочкой. Она говорит, она держит полотенчики только для выпечки хлеба. И пока есть время, пока она ждет, она будет подкармливать свой стартер. И она сейчас покажет. Я добавила немножко муки и воды, равные части. И я вам покажу, какой должно быть консистенции. Посмотрите, вот какой густоты стартер должен быть. Примерно вот такой. Вот, так, вот такой, чтобы он был. Тогда будет у вас все хорошо получаться. Потому что, видите, мы взяли тут чашку, да, стартера. И надо подкормить обязательно, чтобы там... И пусть, опять же, накроете, отставите в сторонку, и там пойдет работа. Итак, сейчас я дала ему посидеть даже дольше, чем вам сказала. А сейчас мне нужно намочить пальцы. Я возьму немножко вина в чашечку и буду смачивать свои пальцы. Видите, как изменилось тесто совершенно? Теперь уже не липнет. Ну и, собственно, из-за вина тоже не липнет на пальцы. И мы не вымешиваем, мы просто как бы складываем, складываем, складываем. А это моя дочка прислала. Я ей дала немножко стартера, и она испекла хлеб. Фотографию прислала. Мне нравится свой деревянный стол, значит, на нем все вымешивать, и, ну, тут вымешивать мы не будем, но все равно работать, и я посыпаю мукой. Муки много пойдет. И я смачиваю свои пальцы вином и вот так вываливаю из чаши, ну, или водой можно смачивать, и вываливаю тесто на муку. И
смотрите, как мы с ним будем обращаться. Посыпали, а теперь просто складываем. Вот с одной стороны, с другой. Мы не будем его вымешивать. Мы будем вот так вот раза 4-5 свернули, подровняли. Ну, она будет выпекать его круглым. Просто наблюдайте. Оставить его нужно на 35 минут закрытым полотенчиком. А сейчас я вам расскажу, как моя бабушка и мама делали свои хлеба. Они не начинали вот таких стартеров. Вот они замешивали тесто, когда он поднимался полностью, они отщипывали кусочек от него и откладывали в сторону, в чашечку. И на другой день она... Даже если бы он немножечко зачерствел, то есть она его просто ложила на муку на стол и чуть смачивала водой, и тесто совершенно становилось, ну, мягким опять. И, в общем, смешивала и уже его с новым, да? 35 минут спустя. Давайте будем считать, сколько раз она будет его оставлять. И посмотрите, она опять его складывает через 35 минут. 4-5 раз, чтобы кружочек появился. Все. Перевернула на муку, подровняла, похлопала чуть-чуть. Мука важна. То есть один раз был оставлен для того, чтобы он начал подниматься. Так ведь накрыли опять 35 минут. Через 35 минут второй раз. Нет, это уже третий, наверное, получается. Опять свернули. Вином пальцы смачивает, и муки подсыпает. Накрывается опять на еще на 35 минут. И через 35 минут, это уже будет пятый раз. Смачивает вином, показывает. Накрыла. Еще через 35 минут. Еще раз свернула. Вы считаете, да, это уже сколько часов вот она, получается, дает ему подниматься и подниматься естественным путем. Ну, собственно, поэтому она и сказала, иногда вот хлеб не хочет, ну, вот это тесто не хочет подниматься. И 2 дня уходит на это. Теперь она это в чашку немножко маслом смазывает стенки, чтобы оно там не поприлипало. И сейчас мы туда положим тесто и оставим его на гораздо большее количество времени. Часа, наверное, 2. Немножко опять маслом она смазала. Вот это вот спорный вопрос для тех, кто на терапии, конечно, но жир там остается. И я накрываю полотенчиком и в целлофановый пакет.
и накрыть целлофанкой и в теплое место поставить на 2 часа. На 2 часа народ. 2 часа прошло. Я сейчас возьму это и помещу в форму, в которой я выпекаю. Я буду выпекать в своей кастрюле чугунной. Но кастрюля выстелена пергаментной бумагой. На пергаментную бумагу натрусите через ситечко муки. Чем больше муки вы положите, когда вы делаете такой хлеб, тем он будет лучше выглядеть и будет вкуснее. И немножко даже, видите, она чуть-чуть сверху его. Вон как он пружинит, видите? Пружинит тесто. Вот это подошедшее уже. И сейчас в кастрюльку поместит. Мы сейчас оставим опять в покое, пусть он поднимется опять. Где-то... А, выпекать будем, посмотрите, давайте температуру. 500 градусов Фаренгейта, 30 минут накрытая крышкой форма. Ну, и потом от 5 до 10 минут, или когда уже коричневая такая корочка сверху образуется без крышки. Я под роликом подпишу температуру в Цельсиях. Мне надо будет просто по таблице конвертерной посмотреть, чтобы вы это знали. И перед тем, как поставить эту форму в духовку, ну, она сейчас разогревается, вероятно, до 500, так ведь, ножом можно сверху что-то порисовать. Вот вы сейчас увидите, что она нарисует. Ну, как бы надрезы сделать, надрезы красивые. Ну, вообще нужно его накрыть опять и целлофанкой, чтобы он в 2 раза поднялся. То есть, прежде чем в духовку, все-таки он должен еще подняться. И вот видите, я ножом как сделала елочку. И так он пойдет, он уже поднялся, вот это тесто поднялось, поэтому пойдет в духовочку. И вот уже из духовочки вот такой выходит хлебушек. Конечно, может быть, это не очень красиво, но зато вкусно, я точно это знаю, говорит Кани. И вот видите, мука как запеклась тоже красивенько, да, как присыпанная получилась. И вот так вот он разрезанный, мы видим, да, как он получился. Ну, я думаю, это вкусный очень хлеб. Хорошо поднялся, высокий. Вот так вот с этой закваской, видите, получилось. Ну, как уже я сказала, с некоторыми корректировочками, даже технотерапии могут такое попробовать сделать, почему бы и нет, но повыбрасывать то, что нам нельзя, да, допустим. И травки можно, этот кленовый сироп тоже можно, поэтому это можно положить. Только что вино мы должны исключить. Но я говорю, вот видите, какой у него цвет. Может быть, это можно добиться также виноградным соком. А виноградный сок нам можно на терапию, поэтому... ну, если он в хлебушке, то есть это, я не думаю, что там проблема будет. Вот такой хлеб. И вообще, конечно, у Кани на канале есть еще разные другие. Я видела там с оливками она делала что-то еще. И плоских много разных хлебов она также делает. Не все они могли бы быть адаптированы теми, кто на терапии, но мне подумалось, что этот хлебушек, да. И если вам понравилось, не забудьте поставить пальчик вверх, написать комментарий, сделать репост. А если вы скажете фи, да, я сама могу это делать еще даже лучше. Ну, я рада за вас. И все равно, все-таки вы увидели, как итальянцы с корнями итальянскими, да, вот это вот все делают. Она говорила о том, что с вином именно это так ее мама делала тоже. Поэтому тут такой специфический получился уклончик у нас, да.
И это было, может быть, интересно с точки зрения, вот, а как люди по миру это делают. Но тоже можно поставить пальчик вверх, я думаю. Всего вам доброго, до свидания. Вообще такой вкусный хлеб с удовольствием сама бы сейчас сожевала.